Привет, мои дорогие, красивые. Сегодня моя дочь будет делать мне маникюр. Я хочу показать такое короткое видео, как она это делает. То есть сначала мы начинаем от смачивания ногтей, подталкивания этих кутикул подальше в глубину, чтобы уже выявить сухую кожу и вырезать самые ненужные и сухие участки кожи, потому что у меня очень много сухой кожи и нужно это все вырезать. Вот это очень аккуратненько, очень острыми щипчиками для кутикул нужно делать. Далее пилочкой уже делаем форму миндалевидную, такую немножко островатую к концу, потому что накладывая уже лак, шеллак, джелиш, гель, уже ногти становятся более толстые, поэтому все-таки такая форма мне больше всего нравится. И накладываем первый слой, второй, и еще у нас такой специальный лак, такой толстый, чтобы ногти были крепче. Вот он такой толстый, прочный, поэтому его мы используем как базу тоже. После базы мы используем такой лак. Такие цвета яркие использовать, будем яркий-яркий маникюр делать. И начинаем мы с голубого. Сначала расставили цвета по порядку, какой цвет мы хотим. Вот, и сейчас мы наносим один слой за другим. Оказалось, это не так просто. Слоев было очень много, потому что цвета немножко более прозрачные, поэтому, возможно, лучше наносить их на белую основу, то есть белый лак. Вот, ну, в любом случае, все получилось. Вот, покрыли топ-коут. И все зафиксировали. Вот такие у нас ногти получились. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь под канал. И спасибо за просмотр.